Тоже я приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас уже 9 августа, и события в стране Беларусь не планируются заканчиваться. Сегодня мы рассмотрим, какие произошли события за последние дни в стране Беларусь. Не будем тянуть и приступим к видео. На первых кадрах можем увидеть, как боевой вертолет облетает территорию вдоль границы Литвы. Далее у нас белорусы собрались на огромный марш солидарности в Варшаве. На других кадрах можем видеть пример, как ведет себя полиция Польши к белорусам на митинге. Дальше у нас громадный поток белорусов марширует по Варшаве. Далее можем лицезреть, как люди в Киеве простились с Александром Лукашенко. На другом видео белорусы собрали рекордный для Белостока митинг. На другом видео видим опять новополоцкие стежки людей с бело-красно-белыми флагами в лесу. Дальше на других кадрах мы можем видеть, как проезжает колонна автозаков в Лошице. Вот и все события и новости, которые произошли в стране Беларусь за последние дни, точнее большая половина события произошла за 9 августа. Так что большое спасибо за просмотр и до скорых встреч!